конечно, задержки стримить. Сейчас пока стрим врубится. Давай, врубайся, зараза. Ебать, задержка, конечно, стала. Ну что, Альфа... Говори, занимайся говорением. Итак, это у нас вторая игра 1/6 финала. Face-to-Face сезон 13. Играет Стас. Темные льцы против жабки. Карта Meeting of Minds. Так. Ну, вообще, Стас не боится никак вообще ТК Веспиды. Что зря. Обычно это фатально может быть. Один ген, он играет стандарт. Ну, против ТК Веспидов нужно делать первых гелионов и идти на харас. А, Тау играет 3 Стелса. Какой же это провал? Он играет через 3 Стелсов с Веспидами. То есть он делает ставку на снос генов и быстрый застройку точек. Это не такой уж провал, Альф. Нет, это... У Стаса все равно будет деньги на несколько байков, которые он сделает, и будут гоняться за Веспидами. Не, ну ТК будет, просто-напросто он же сначала ЛП застроит, потом будет ТК. Конечно, карта не та, но на месте Стаса я бы... А, он с одним геном играет через спайки? Да. Оу, найс, он что-то придумал. Ну, возможно, он ожидал крутовеспы или что-нибудь еще. Ну, хз, через один ген всего лишь мало байков будет. Нормально. Ну, сколько, на 3 байка, вот. Да, хватает, но... На 2 байка хватает. На 3. Да-да, он 3 байка заказал и начинает вкусить веспов. То есть обычно просто-напросто, как происходит, ставятся 2 гена, и после этого уже клепаются байки даже после сносов гена. Ну, если ставить 2 гена, то надо делать гомункула. Ну да, и гомункула опять же будет из-за этого. А сейчас просто, да, за веспидами будут гоняться байки, ну это как бы и в этом и смысл. Пусть байки догоняются за веспидами, чем базу корешуют, ведь правда? Крутов сделал! Зачем? Крутов нужно было делать на старте, играть в крутовес. Тогда он бы мог нахарасить очень сильно. И нужно было идти на харас одним стелсом. Да, как-то он не очень, конечно. А сейчас он, по сути, он снес один ген, но Дарк закапил все свои и точки. Делается грейд на стелсов. Чё? Зачем тебе грейд на стелс? Ну, против байков. Это херня. А моя страта, но она играется по-другому. Она играется в 4 стелса. Так байки так себе дамажатся. Ну, они хотя бы дамажатся. Но когда играешь моей стратой, надо первыми двумя стелсами капишь точки, а потом сразу ими идти на декап и мешать. Я ОПВН, это Стас. Да.
Ну, круто, зато дамажит байк. Не доконтроливает стас чуть-чуть. По идее, ему бы обмазаться ЛП-2, да и Т2 нажать. Против байков такое себе. Все-таки движенных стелсов делать. Нет, это страт работает, если ее делать правильно. Но кто сейчас умеет ее делать правильно? Потому что профильных талу нет. И они не знают, как играть такие билды. Где-то плачет один вульк. Оскорбил, понятно. Ну, вульк, потому что если бы контролил немного. Ну, а так, сори. Ну, Дарк восстанавливает ген, и все, начинается клепание байков. Начинается. Больше я не знаю, как это еще назвать. Добавляются ФВ, это провал. ФВ добавлять совершенно нельзя против байков. Нужен командир Тау. Так, ТК нужен, да, ТК нужен, да. Но ФВ нет. Нужно обязательно кидать мины и штрафовать на них байков. Байк пойманный в мину, можно откусить и убить. Но он добавляет еще крутов. Ну, блин, это еще провал. Это провал провалов. Не, ну все-таки, опять же, есть ли скилл вот в этом? Как думаешь, Альфа? Альфа. Немножко есть, да. Точно? Точно. Но в свое время, когда ему хотя бы немножко поконтролить, я выигрывал всех дарков, которые идут в байки. Проигрывал очень редко. Почему сейчас? Альфа профессионал. Почему сейчас проигрывает Тау? Потому что просто не умеет против этого играть. Вот и все. Ну там основная контра это, безусловно, Т2. Побыстрее в Т2 выйти. Основная контра это начальный Харас. Харас, Т2. Сломанный ген не дает ничего. Ты должен Дарку снять точки. И помешать его декапу. Смотри, но все-таки копеечный урон по байкам. Если Дарк взял всю свою карту, он без проблем поставит новые гены и наспамит новые байки. То есть сколько времени уже прошло, вас толстов улов бахают байк. Просветка, чуть не до контроля и минус все стелсы нахер. Еще и упортался недалеко. Мика стайл. Это Бобик в апсах? Да. Мика стайл. Нет, это не Мика стайл. Это Стас стайл. А Стас у нас... Батя Дарк! Стас это отец Мику. Ну или брат по кладке. Старший. Но сделал бы он ТК, уже даже, в принципе, уже было бы легче. ТК хотя бы более-менее дамажит по байкам. Главное, у ТК есть мину. Мина, на которую можно кинуть около ЛПшку, поймать байк и вот вкусить. Ну это, потому опять же, есть... от правильных... Да, это же, опять же, от правильных действий зависит. Ведь мина очень долго в инвиз уходит. Ну так мину можно заранее кинуть. Ну, тогда у тебя не будет заранее ЛП-2. А без ЛП-2 ты умрешь и по экономике, и по защите.
Ты заходишь? А как хост называется? Жабка-ста. А. Сойка. Пересмешница. Такой мапа. Альфа. Действуй. Понятно, альфа троллит. Я БР взял. Сейчас тебя закидают тухлыми победнорами за БР. Последние две игры, которые на моей памяти я играл со Стасом, как когда я почти не играл, я плохо контролил, я проиграл на фате, но выиграл на БР. Я помню, ты на каком-то турнире Арди проиграл, когда он за Дарков был. А там была такая история, что я 3 месяца не запускал СС вообще, а потом запустил и без всякой тренировки пошел играть с Арди, который задрил тогда 24/7. Но там я не помню, или ФТФ, или турнир какой-то был. Турнир какой-то. Ну, в общем, я играл без абсолютной подготовки и очень плохо играл. Ну, неудивительно, что он тогда выиграл. Стас играет правильный билд. Истинный элитарный билд. Против Тау. Ну смотри, он ожидает это, круто веспа все-таки. Мне нравится то, что Стас заранее заринфорсил пару моделек. Не парится вообще. У жабки один большой минус. Он не поставил ген вплотную к КП2. Это позор. У него была такая возможность, и он мог бы отдефаться от мандра. А сейчас мандра будут харасить ему ген по КД. Да. Сейчас смотри, заяц идет. Ну, смотри, подрёт зайца, нет, смотри, так. Смотри, ждет. Декапчик. Идет. Думаешь, ждет? Да, и я. Может, я не до контроля? Думаю, должен ждать. Сразу говорит, на стелсов пошел. Да, он видит. К сожалению. Майн геймс не сработал. Сорянчик. Решает убивать ЛП. Ну да, по аресам сейчас будет очень плохо. Все-таки попахивает это 2-0. Начало не очень удачное для Тао. Хоть он ничего не слил, но уже попахивает. Как же мандра, конечно, депейсит ЛП. Это ужас. Хотя вот он дает возможность Тау застроить ЛПху. Нормально. Но Тау теряет другую ЛПшку. Да. И это очень печально. Притом еще возле Гена. Ну, Соник сделай. Соник. Только увидели раба, минус раб у Тау. А Дарковский раб бегает против от Крутов. Найс. Абсолютно бесполезный Круты, который ничего не... Ну, по идее, Круты были бы полезны, наверное, только если на Уэре. Да и все. Чтобы с Веспидами рядом бегать. А здесь сомнительно, их не полезно сейчас. Лучше бы побольше стелсов сделал. Найсов запофинговались, кстати, чуть-чуть мандрейки. Но раба убили зато. Ну и чекаем урон. Ну, как сказать.
Вроде дамажит, но все равно ЛП упадет. То есть банально просто Reinforce не перебивает. Слишком большой урон по ЛП. Лол, он убежал. Зачем? Он ему сносил ЛП, он убежал. Наверное, реакция. Чисто на реакции отошел. Думал, сливается совсем ужасно. А так все нормально, в принципе. То, что все вот эти модели умерли, это за ЛП. На данный момент сейчас важно. Ну все, разводится. Тау полностью, бесповоротно. А так по чуть-чуть себе клепает экономику, ЛП-2 уже начинает клепаться. И даже если Тау отбивается, он может не успеть что-то сделать до выхода Дарка в полноценный свой Т2. В инвиз ушли. Заразы? Заразы. Вот Веспиды спалит. Опять декап. Веспиды единственный детект, к сожалению. Ничего здесь не поделаешь. Пошла лаба, значит будут ножи. А с ножами мандры и с веспидами-то поговорить смогут. Да и с крутами. Выходит ДК, но толк. Ресов нету. 38 против 92. Тут как бы не нужно быть математиком, чтобы понять, что силы не в пользу Тао. Опять декап. Опять декап. Старость, не радость. И теперь можно даже гомункула сделать. И стелсы вообще не страшны. Хамздец. Стелсы уже пол хп. Такие снесли. Пол стелсы мандра. В принципе, плевать, что те стелсы, что те стелсы. Мандры меньше, чем за минуту пол хп такие снесли. Найс. Альф. Понятно. Найс, найс. ЛП-2 дошло. Спасительное. Правда. Да пофигу. Придет вторая пачка, и они снесут это ЛП-2, в принципе. Решает истинного сделать, не гомика. А яда почему-то до сих пор нету. А вот и гомик пошел. Почему профильного дарка до сих пор нету яда? Как это может объяснить? Можно как бы вместо истинного правителя можно было бы давно яд сделать. И все убить, в принципе. Да. Ну, он хочет, скажи, просто полтора пуш делать, окей. Даже без яда просто в оптику закачать стволы. И пошел в атаку. Сейчас просто набежит куча комарага. А у Тао не готов. Ничего нет против этого. У Тао одна точка есть. Стан и минус ТК. Не? Не, он решил тактику в Йорла вспомнить и сдохнуть. Эх, а были бы мандры с ядом. Дрены не сделал, да? Не, не сделал. Хотя у дронов от буст по урону, но
не хуже, чем от оптики. Да, банально просто ничего нету. Можно кинуть пару гранаток, это минус все будет в плане морали. Гомункул-то можно было бы и отцепить. И подсвечивать пацанам. Что-то чутка не доконтроливает Стас, но это не фатально. Все равно все сдохнет. Ну и... дренов не сделал. Да, кстати, больше нравится, чем Эги. Окей. Это плохо. Не поддавайся. Ждем, пока жабка выйдет. Счет у нас 2-0. Если считать с этой игры. Здесь уже Дарк точно выигрывает. Тайминговых раз от веспидов. Кстати, найс, он поставил ЛП-2 здесь, но не поставил ЛП-2 там, где у него все добро. Ошибка! Тайминговые клинки пошли. Ну и дрены-то можно было бы сделать. Не знаю, многие дарки игнорят дрены, конечно, это странно. Там очень большой буст, очень большой. Вот, пошел, наконец-то. Ну и в принципе от яда тоже. У истинного правителя, к примеру, там совсем бешеный урон становится. Он может там соляного любую ЛПХу на изи снести. Если у него яд появляется. Вайлд Сквад. Генон ему спилил. Да, минутная задержка найсовая. Без яда там еще может быть вариант, а тогда он любого убивает один на один. Почти. Там может фуку фулового или лоха не убить, если он будет. Если он будет в фокусе чисто этого истинного. Там отлететь можно. Если будет фокус тинкубов, то почти все герои сливаются. Он, в принципе, как КС, можно его назвать. Он тоже КС, там, если чуть-чуть размансовать героя, он на него налетает и может его содрать с него кожу. Но для... Но для истинного правителя надо меньше снести хп, чтобы он на изи, к примеру, в того же ФК задрал.
Так, что у нас то? У нас так. Чё, Бобика не будет? Ну не хочет, так сейчас. Ой, Бобик против Дэнса. Первую игру выиграл Дэнс, вторую Бобик, да? Угу. Ну, первым выиграл танцор, две подряд, потом Бобик выиграл, потом третью выиграл танцор и... Точнее, четвертую. Танцор выиграл и последнюю выиграл Бобик. Первая была Мом. КС от рипов. Ну да, КС похилее, но у него и ворон там зверский. КС хороший герой. Один из лучших. В плане баланса ХП, урона. То есть вообще классный юнит. Так, а ты, третья карта какая была, помнишь? Была Сой вроде. Нет, вторая была Сой. Блудривер? Блудривер была. Или вторая, или третья. Первая была Мом, вторая вроде Блудривер была. Или на... Короче, что-то там вот из двух. Можешь посмотреть, конечно, сейчас гляну. Сейчас гляну, Альф. Не парься. Так, и так у нас Стас играет. Да, Сой было. Вторая Сой была, да? А нет, первая. Первая Мом, вторая Бладривер, третья Соя, четвертая Квест Триумф и пятая, разумеется, Фразир. Так, и у нас тут третья катка. Бладривер, Стасян за своих кляпочников. И Жабка взял кляпочников тоже. Ой, ё-моё, Мирорчик. Боже ты мой. О, господи. О, ну тут уже Жабка слит. Потому что Стас делает all-in. Мне кажется, он просто не успеет. Просто Жабка не успеет отмаситься. Банально не успеет. Ну и да, кстати, у Архонта не только реген большой, у него же он от обилки хилится. Поэтому как бы он и тащит. Ну, от обилки от хил идет. Конечно, выходит Гомункул. А Вара-то выжили? Не, Вара не выжили в Жабке. У него их нету. Но они у него были. Вот они. Валяются. На помойке. Не доконтроливает Мандах. Истинный. Да нет, тут просто должен, по идее, масс варов выиграть, да и все, просто заринфорсить воинов. У них отличный урон по командирам, поэтому не получится. Найс чемберы ставят. Тайное место, никто не просрет. Ну, здесь, конечно, более тайное место, чем вот тут. Тут расстояние больше. Дисбаланс. То есть Гомункул, ну просто 4 вара смотрит на Гомункула, и он умирает. Как бы, увы. Сталин Бо здесь не пройдет. Хотя это какой-то недо Сталин Бо было. 3-0. Все. Они сыграли Альф. Альфа жена уехала, но Альфа все равно молчит.
Так, ну чего у нас все? Face to face. Пока. 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 Так. Запись как сделаешь, мне скинешь, да? Ну, сегодня или завтра днем скину, да. Угу. Вырежу и все. Вырезать их всех. Мумфа МБР. Да. Удачки, спишемся, если. А сегодня уже никто не отыгрывает, да? Ну, если вдруг мне напишут. Окей. Это была отдача. Возможно.